Убийство. Злодейское, подлое, в затылок. Горестная утрата потрясла страну. Убийство верного ленинца, одного из лучших сынов партии, вызвало у трудящихся глубокую скорбь и негодование против врагов советского государства. Они прощались с человеком, которого все, и старый Млад, и его родные и соратники, и люди, никогда Кирова не видевшие, называли любовно «наш Миронович». В почетном карауле Мария Ильинична Ульянова, академик Шмидт, Серго Орджоникидзе и летчик Громов, колхозница и артист. Крупская. В почетном карауле пионер и ветеран Парижской коммуны. К пантеону революции к Кремлевской стене. Они идут, поворачивают против главного входа в мавзолей, огибают левую трибуну. Нам еще видны красные колонны носилок. Вот сейчас они поворачивают за угол мавзолея. Вернули за мавзолей.
несмотря на четырехугольные отверстия ниши, накладывается металлическая доска с надписью «Сергей Миронович Киров». Уже площадь пришла в движение, уже потекла в ней река многотысячной пролетарской массы, неся над собою портреты улыбающегося товарища Кирова, неся над собою пламя знамен и стягов. Тридцать лет шел он по жизни с партийным билетом. Всегда в первых рядах, всегда с народом. И яростную страсть коммуниста он завещал нам. Всю ночь до утра столица шла мимо мавзолея, всем своим человеческим потоком, монолитностью, заявляя партии, Ленину, что дело революции будет жить наперекор любым трудностям, что врагам не удастся обезглавить партию, заставить нас забыть о том, что всегда блистало впереди, о цели – мир, свобода, равенство, счастье. За такую жизнь, за коммунистическую цель на 17-м съезде партии голосовал Киров. Солдат, строитель, пламенный трибун революции.
партии родились мы, для нее мы живем. Для этой партии мы преждевременно потеряли того, равнодушно и спокойно, память которого мы не можем произносить сейчас. Во имя всего этого еще и еще раз нам нужно, вот нам, живущим здесь, в городе, носящим имя великого основателя нашей партии, сказать: да здравствует великая, теперь уже никем не победимая, наша ленинская, всесоюзная, коммунистическая партия. С отчетным докладом Центрального комитета выступил Сталин. В докладе был сделан анализ международного и внутреннего положения СССР, определены задачи партии в области внешней и внутренней политики. В перерыве между заседаниями делегаты отдыхают. У всех отличное настроение. Лихо пляшет командарм Будённый. С докладом о втором пятилетнем плане выступил делегат Куйбышев. В стране построен фундамент социалистической экономики. Советский Союз окончательно укрепился на пути социализма. Предстояло идти дальше. В прениях выступили товарищи Киров, Постышев, Микоян, Тухачевский. Две недели 17-й съезд обсуждал второй пятилетний план. Делегат Орджоникидзе говорил: «Никто не может упрекнуть нашу партию, нашу страну в том, что мы начинаем снижать темпы. Темпы величайшие, темпы ленинские, и выполнять их надо по-ленински». Программа работ на предстоящее пятилетие, наша пятилетка, была принята единогласно. «Велики, грандиозные задачи», — говорилось на съезде. «Партия, вся страна проникнуты непоколебимой уверенностью в том, что наши планы развития народного хозяйства будут выполнены. Залогом этого является труд, который стал у нас делом чести». Десятого февраля съезд завершил работу. Впереди трудовой предстоял год.